Бога связали кумачом и опустили на колени. Сверкнул топор над палачом, а приговор тебя прочел кровавый царь великий гений. На вопрос отвечаю. Вы где живете, если не секрет? В Соединенных Штатах. Какой штат? Штат Мичиган. Понятно. А оригинал сети ваш какой? Откуда приехали в штат? Из Донецка. Давно? 29 лет. Я вас понял. А вы на какие темы беседуете? Может, вопросы у вас интересные есть? Да я не знаю, как получится. Ну, вопросы у вас есть интересные? Вопросы? Да, на я какие знаю. Темы вы... На... Из какого города? Вы из какого города? Из Харькова. А? На... Харьков, на какие темы вы любите беседовать? Задавайте вопросы соответственно. Да вот я слышал, что у вас вроде бы где-то несколько месяцев назад, или я даже не знаю сколько, проходил марш УПА. Я просто вопрос хотел задать. Какое отношение УПА к Харькову имеет? В Харькове марш УПА не проходил. Да. Ну, или съезд УПА, какой-то там посвященный. Это мне рассказывал один мужик. Что-то, ну, что-то посвященное. Что-то посвященное УПА проходило. Ну, может, там рагули, которые приехали в Харьков или остались после вуза, организуют свои мелкие такие сходки, но они не характерны. Это в Киеве там факельные шествия бывают, и все. Вот для меня масштаб. Тоже. Харьков русский город, Харьков русский город, и вдруг в Харькове огромное количество людей вокруг войны, во время войны погибло, и вдруг вот те ушлепки, которые лазили там по лесам, из них героев начали делать. Ну, я вот это так, не, ну это же идеология. Это и в Москве они могут собираться на соответствующие сходки. Да ладно, в Москве они тут же огребут, понимаешь? Но я ж не говорю, что они выходят на улицу. Они могут собираться на квартирах, кричать «Слава Украине!». То же самое. Не, это все равно, что в Москве власовцы соберутся, понимаешь? И начнут праздновать день рождения Власова. Как ты думаешь, что? Я говорю, что в Москве тоже есть, я встречал таких, у которых и не знаю, я лично не встречал флаг, таких. И бандера на стенке, на кухне. Пусть они там делают, что хотят. Но они ж государство ж их не поддерживает, понимаете? Ну и Харьковская мэрия тоже не поддерживает. У них довольно мелкие собрания. Ну дай бог, я согласен. Тогда я вот считаю, что вы адекватный человек. Ну, понятно. Еще какие-нибудь вопросы у вас есть интересные? А вот я, кстати, недавно смотрел в Ютьюбе. Вы слышали такого Полтаву? Знаете такой Полтава? Ну, знаю, да. Ловит. Да, да. Вот. Его там выбрали каким-то деятелем в этот горсовет Полтавский. Секретарем горсовета Полтавского. И там вроде бы ихний голова что-то какое-то высказал мнение свое. Я вам точнее скажу. У него сейчас конфронтация с мэром. Мэр Полтавы, да. На удивление, это же не Харьков и не Донецк, а мэр Полтавы занял не прокиевскую позицию, мягко скажем. И вот Полтава с ним собачился. Нет, так слушайте. Да. Так вот, этот Полтава, я не помню, какой телевизионный канал, начал с ним типа интервью, что типа как и что. И Полтава начал говорить: мы полтавщане, мы осуждаем этого мэра. А они ему говорят: а что вы, какое вы имеете право выступать от всех полтавчан? А я ж помню, как Полтава себя вел. Я как-то один раз даже с ним схлестнулся в рулетке, понимаете? Он же не дает никому... Я с вами согласен. Кстати говоря, если хотите, заходите на мой канал. У меня там много диалогов. А зашел в Славян. Зашел в Славян, там нелояльное население. Они бы его порвали бы просто, понимаешь? Вот. А он зашел туда, где люди его бы могли поддержать. Ну, тяжело сейчас спорить, они все перекручивают, понимаете? Понятно. Ну, хорошо, спасибо за беседу, жду вас на канале, подписывайтесь. Там да, я думаю, обязательно и подпишусь. Там вы видите остальные каналы, ссылочки будут сразу. На страницу Home заходите, будут ссылочки остальные. Жду вас на канале, всех благ. Да дурака валяли. Разговаривать. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина утилитарное государство, правильно? Великобритания утилитарное государство, Германия утилитарное государство,
У них есть один... Вони ж передали. В 1922 році. Воронежская область. А в 22 году Львовская область где была? В Австро-Венгрии. Опаньки, так это не была еще? Ну еще. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русский – это какой, чей отвечает. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра совместный стрим.